Итак, что у нас дальше? Очередное безумное задание. Эдди Эскавада поручил тебе привезти звезду его любимого телесериала на вечеринку. Надо немного подыграть. Да я уже... Что-то далеко. Блять, дерево тут нарисовалось. Я только включил, а у меня уже бомбит с этого дополнения. Кто бы мог подумать, что без напарников игра станет, блять, настолько сложнее. Он прям жесть, конечно. А ну с дороги. Я рулить не умею, мне пофиг. Блять. Нет, ну серьезно, ну почему? Почему так? Вот так вот. 0. 13 даже. Охренеть. Ужас. Откуда? Нифига, я даже уровень какой-то получил. Это что это за... А где? Привет. Кто более знаменит, чем Статуя Свободы? Кто богаче фараона? Я, конечно. И еще у меня яйца больше, чем у страуса. В общем, зайка, мне нужна твоя помощь. Вечеринка уже на мази, но какой-то урод похитил мою особую гостью. Знаменитую телеактрису Мию Валера. Знаешь ее? Утонченность ее второе имя. Хотя на самом деле это Терри. В общем, этого похитителя, Роландо, накрыло единство. Но он сказал, что ничего не знает, и они его отпустили. Поймай этого сукиного сына, зайка, и выясни, куда он дел мою ягодку. Тогда ты станешь моим лучшим другом. Выручишь эти, ладно? Высылаю координаты места, где Роландо видели в последний раз. Так, окей, ладно. Ну, не особо далеко ехать, круто. Большие сиськи, гламурные тёлки, быстрые тачки. Типичный выпускник Гарварда. Сука, мать твою! Охуеть, по мне уже стреляют. Защищайте меня! Эх, типичный выпускник Гарварда. Понятно все, что. Так, найдите похитителя. Да, вот это разброс, конечно. С одной стороны, я могу просто дрона запустить в надежде, что он что-то найдет. Ну, раз уж здесь трамплин, то я в него не попаду, конечно же. Учитывая, какая ебанутая маневренность здесь у машин. А, черт, там же, по-моему, какая-то дурацкая клавиша для нитроускорения. Я Shift по привычке нажимаю. Ладно, неважно. Наверняка это Роланда. Останови машину и дай понять этому говнюку, что для тебя очень важно найти подругу Эскавада. Охуеть. Потрясающе. Вот и начались проблемы. Интересно, где контрольная точка была? Ну ладно, предположим, не все так плохо. Ну и где опять звук? Сука. Новый рекорд, круто.
Вообще интересно, откуда он так-то рисовался? Мы же ехали нормально по дороге. Как мы могли его пропустить? Но это, наверное, все-таки так красная машина, ну, которая на карте была обозначена, видимо, это все-таки она. Но я просто думал, что это обычный патруль. Вон, видите, да? Впереди. Наверняка это Роланда. Останови машину и дай понять этому говнюку, что для тебя очень важно найти подругу Эскавада. А ну стоять, козлина. Тихо. Надо завалить охранника. Вот и все. Ювелирная работа. Ну привет, дружочек. Готовь пирожочек. Так, говнюк, говори, где девочка, или будет очень больно. Какого хера? Я вообще не в курсе, о чем ты. Я просто невинный мирный житель. Актриса из телесериала «Улица Парадайз». Не, Валера. Где она? Твою мать, это мыло я не смотрю. Отвали от меня. Мне нужно домой пить таблетки. У меня сердце слабое, понимаешь? На меня очень сильно действуют встряски, прыжки и падения. Слабое сердце? Встряски? Ну тогда прокатимся. О, круто. Так. Поедем мы, короче, на этой хуйраге. Надо было тебя в багажник. Ну-ка, вылазь, ты в багажнике поедешь. Нет, не поедешь в багажнике. Ну ладно, повезло тебе. Поехали, прокатимся. Так, прыгайте в режиме состязания или просто так. Окей. Тут как раз у нас совсем рядом, под рукой. Подобное здание было, я насколько помню, в GTA. По-моему, да. В GTA Vice City, где нужно было чувака запугать. Так, что там, я не помню. Что нужно использовать, чтобы ускориться. Обещаю, что буду рулить аккуратно. О, пожалуйста, полегче! У меня сердце плохо! А, два раза можно на одном месте прыгнуть, интересно? А то за неимением вариантов-то нам чё? Что там? На альте? Нет. На контроле? Нет. Странно. Не могу угадать. Может, на этой машине это не предусмотрено, что, конечно же, логично. Хватит! Стоп! Прекрати! Стоп! Я все скажу! Я ее продал! Продал эту сучку! Мне до смерти надоело слушать ее гребаное нытье! Бездушные! Купили ее! И отправили в тюрьму! Мышеловка, знаешь такую? Пожалуйста, отпусти меня! Мое сердце! С большим удовольствием! Да, ну, я же уехал! Выходи! Вали! Вали куда хочешь! Можешь оставаться здесь! Я поеду вот на этой красопедке. Прицел? А, в смысле, если мы на пассажирском едем. Так, окей, ладно. Вот так вот. Это все, на что я способен. Ебать, это ведро, конечно. Так, такое ощущение, что здесь оно водится иначе.
Ну капец, у них скорость обнаружения просто невероятная. Вот я. Блять, просто жесть. Не стреляйте, пацаны, блять, я просто еду от вас. О, каман. Еще и погоня, ну просто потрясающе, как я обожаю это. О, мы скрылись. Ну, вот это нам повезло, конечно. Хотя по карте вон за нами все еще едет машина. О, опять КПП. Даже трактор остановили. Ну, бывает. Задавили пацана. Мия Валера. Интересно. На что это пародия? Не знаю, это по созвучных актрис. И вообще не уверен, является ли это по умолчанию отсылка какой-то или нет. А в чем музыка играет? Что за фигня? А, то есть вас это не смутило? То есть... Черт, мышеловка. Самая страшная тюрьма по эту сторону от Сан-Педро. Скорей туда. Спасибо. Спасибо. Без вас бы я не догадался. Так, Тана. Круто. Убить котов, найти мышку. А можем ли мы тут через верх залезть? Может попробовать. Так, мне вообще интересно, могу ли я на снайперскую винтовку поставить глушитель? Нет. А, во. Так, прицел. Нет ли получше? Почему точность падает? Они более пиздатые, а точность падает. Вот этот хочу. Так, дульная насадка, глушитель, ствол. Короткий. Повышается обращение, но уменьшается урон, точность и дальность. Длинный ствол. Не знаю, на что влияет просто обращение. Магазин увеличенный. Все, все, что надо, я получил. Так, тут мы немного по стелсу начинаем херачить. Так, дрон в полете. Появился один с пистолетами и пулеметами. Ох, как давно мне не хватало дрона-то. Это пятый. Сейчас мы тут всех найдем. Где эта тёлка? Подождите. Эй, снайпер на крыше. Мы же отсюда Мизу освобождали повстанцев. Я, блин, так и думал, что-то знакомое больно все. Да-да-да, мы отсюда освобождали повстанцев. Точно-точно. Капец. Ну ладно. Взяли готовое уже просто. Световые табло. Еще один. Еще один. Есть еще один. Всего 10. Так, вон еще двое. Появился один с пистолетами и пулеметами. Че это я дрона достал? Можно было просто биноклем воспользоваться. Тихо, тихо, тихо. Так, у них здесь есть
для тревоги штука. Так, и они все идут сюда. Потрясающе. А трупы, кстати, исчезли. Ладно, хоть светло, я все вижу. Ох, чуваки, валите отсюда. Я очень не хочу встревать в перестрелку со всеми вами, потому что у меня шансов не так много, как мне хотелось бы. Вижу оружейную установку. Так, пока что все неплохо. Сколько вас в здании? Вас двое, да? Тихо. Красава. Охренеть, 650 топлива. Это что это вообще за щедрость такая невиданная? Еще и еда здесь. А еды сколько мне дадут? Даже страшно представить. Ебануться! 3000! Это невероятно! Вот это жесть. Не видно ни черта. Я вообще боюсь как бы с баллистикой проиграть. В том плане, что я стрельну, а там пулю поведет. Я не дострелю и шум подниму лишний. Так, окей. Вот этого, я думаю, я в состоянии снять. Где же ты, девка, а? Еще слово, и я вырву тебе язык и сделаю из него дверной упор. Чтобы я замолчала, дебил, выпусти меня отсюда. Так и сделаю, и похрену мне, что ты знаменитость. Берегись, козел, как только я выберусь, я позвоню другу, который найдет тебя и поработает над тобой клещами и паяльной лампой. Заткнись нахрен. Здесь цель номер 5. Вот и все. Чего вы ее не трахнули? Круто, зайка. Запах киски ты чуешь лучше, чем гончая в гостиной, набитой пуделями. А теперь вези мне эту звезду и поскорее. Снаружи ждет тачка. Как только я подумаю об этой красотке, у меня сразу встает. Идем сюда, давай, баба, двигай. Ну, что ты встала? Тупица. Баба. Мы все произошли от обезьян, но кое-кто еще в процессе. Ох, нет, я не буду в такой мощный прострел пытаться взять. Да, женщина, ну что не так? Почему ты стоишь? Все, вот, идем. Это тебя должно было перезапустить. Смотрите, она даже на картах. И самое удивительное, что она не болтает даже. Но я думаю, мы на машине отсюда в состоянии уехать. А можно ли эту штуку как-то отключить? Не думаю, ладно. Но я сделаю некоторые меры, чтобы по возможности. Так, баба, залазь давай. Давай, 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 садись. Господи, это просто эталон моего стелса. Вы против всех этих уродов? Такой расклад мистер Эсковадо посчитал бы дурацким. Сам-то он сюда не заявился, о нет. Этот балбес сейчас слоняется неподалеку, норовя приходовать какую-нибудь местную шлюху. Если он думает, что...
что я после этого приду на его дебильную вечеринку у бассейна, пусть мечтает. И плевать мне, какое там, блин, соглашение у его менеджеров с моим агентом. Я суперзвезда. И не буду больше иметь дело ни с ним, ни с его низкопробными дружками из криминальных кругов. 70 миллионов фанов не создают джентльмена. Часы с бриллиантами и понтовые спортивные тачки не создают джентльмена. Обед в крутом ресторане и выходные в Европе не создают джентльмена. Класс мужчин – это вкус и стиль. И познание в высокой культуре, мать ее. Думаете, на этом сборище будет культура? Там будут тёлки в бикини и адреналиновые нарики, которые думают, что Пикассо – это тачка, а Гарсия Маркес – боксер. На предыдущих мероприятиях была точно такая же история. Так вот, я покончила с этими грязными танцами и скандалами, которые их вечно сопровождают. Если Эдди хочет быть моим другом, пусть ведет себя как взрослый и бросит свои игрушки, все эти пистолеты дурацкие. С такими деньжищами он мог бы бороться за мир во всем мире или как минимум заняться благотворительностью. Если бы он даже надумал обустроить хоспис для ослов, это было бы более впечатляюще, чем количество кокса, которое он вынюхивает. Место, куда престарелые ослики могли бы уйти на покой. Приют Эдди Эсквадо для ослов-пенсионеров. Звучит отлично. Как думаете? Неужели ты заткнулась? Спасибо от всего сердца, зайка. Мия станет моим магнитом для других смазливых звездочек. Она как аперитив. Когда мы займемся свингом, на вечеринке будет больше кисок, чем на кошачьем конкурсе красоты. Супермагистраль интернета станет в пробках от трафика, Эдди. Пока, аллигатор. Аллигатор. Да. Долгожданная вечеринка. Доберитесь до указанного места. Ну, а можно я телепортируюсь просто туда? Да ладно, я могу телепортироваться в неизведанные места, господи, спасибо тебе. Спасибо за 3000 еды с одного куста, это же просто невероятно. Как это работает, я не могу просто поверить в это. О, божественно, божественно. Стой, стой, тихо! Я говорю по телефону со своим другом. Зайка, почему тебя нет? Ты меня больше не любишь, а? Я тебя не пригласил. Черт! Считай, что я мудак. Ну, как я могу все это помнить? Давай быстрее сюда, смугляшка. Мне нужно срочно поговорить с тобой об ослах. Об ослах? Ты серьезно? Так, что у нас здесь еще два задания осталось, да? Так, ну я тогда эту серию сделаю отдельно, получается. Вот.